Успели от моря дойти к себе опять домой на третий этаж, на балкончик. Вот такие тучи тянут с моря в сторону гор. Вот там он горы, в стране Пшадя. Вот такой вот уже, по-моему, там дождик довольно сильный. Двор наш, в бассейне еще люди купаются. Пока ничего не капает. Вещи наши разбирают, сушат. Вон Нику переодевают, да, после моря. Все укупались, но ничего страшного. Зато мы вовремя пришли. Сейчас будет сильный-сильный дождик. Да мы уже у себя на балконе. Там туч нету, а в той стороне прям темнота, темнота и чернота. Так что он вот так вот, Архипоосиповка. Середина июля 24 года. При бассейне, наверное, водичка теплая. А дети в маленьком бассейнике играют. Беседка тут. И дорога вдоль нас. Да, вот там он гремит, гремит, слышу. Хорошо льет. Прям струи видно. Сейчас накроет. Сейчас, наверное, река потечет. Ага. Сейчас телек. Там уже. Дождь, дождь, дождь. Какой-то у нас будет, что дождь сильный или не сильный. Прямо отсюда верхушку школы вижу. В Архипоосипово. На горе дома. В сторону Геленджика. И Пшада. Дождь идет. Вокруг нас тоже тучки собираются, туда идут. Посмотрим, что будет за дождик. Но пока вроде все нормально.